Здравствуйте, друзья. На мне чистая одежда. Я сижу возле елки. Это значит, что скоро Новый год. Новый год. Что за чудный праздник? Что за чудесная пора? Сказка спешит к нам на своих крыльях и озаряет наши жизни, делает нас чуть-чуть счастливее. Чем 2011 год отличается от 2012? От 2010, 2009 и остальных, я не знаю, по-моему, все одно и то же. Все одинаково. Каждый год мы потихонечку приближаемся к смерти. Но в этом видео мы будем говорить только о хорошем. Поэтому поздравляю вас, друзья. Добра вам, любви. Пусть улыбка не покидает ваших лиц, и радость и счастье не покидают ваших сердец. С Новым годом!